Национальный банк Беларуси вновь снижает ставку рефинансирования. С 15 февраля она потеряет еще один пункт – с 17 до 16% годовых. В последний раз она снижалась в середине января, тогда она была на отметке 18%. Решение принято, исходя из анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса. Понижение ставки рефинансирования сделает банковские кредиты доступнее.